Всем привет, это я, Low Grid. Сегодня у нас обзор на 3D Pixel Dungeon. Да, даже такое есть. Я не догадывался о его существовании, пока не увидел один ролик на YouTube. Вот я решил поделиться с вами. Поехали! Ну, если честно, то я не такой себе представлял 3D Pixel Dungeon. Наша текстурка похожа на картонку, но можно похвалить разраба за добавление анимации по типу воды. Из геймплейных изменений тут есть мини-карта. Она нужна из-за того, что мы не можем отдалять экран, как бы мы это делали в 2D игре. И я не знаю зачем, но здесь даже показывают количество FPS. Боевка здесь выглядит еще более убого, чем в 2D, просто закликивание бумажной распечатки. Также из проблем то, что очень сложно поворачиваться в направлении, а ведь управление только мышкой, а поменять его никак. На этом моменте мы видим зелье отравления. Эффект от него выглядит странно. Вот что понравилось, так это анимация метательного оружия. На заметку, тактика дверной атаки работает даже здесь. В принципе, больше нет отличий между 3D Pixel Dungeon и обычным Pixel Dungeon. Можно поиграть в это, но из-за управления и местами плохой графики кому-то может не зайти. Если еще хотите обзоров, то ставьте лайки и комментарии. Всем пока!